У столицы сегодня стартовал первый конкурсный день чемпионата WorldSkills Беларусь. Больше за 300 человек споборничают у 37 дисциплинах. Традиционно на адмысловой працовной олимпиаде широко представлена и Минская область. Команды профессийных колледжей и лицеев центрального региона выступают не только у традиционных номинациях конкурсу, а и у новых. Так, вучаница Борисовского державного колледжа продемонстрирует свои профессийные здольности у новой компетенции конкурсу «Дошкольная адукация». В рамках этой компетенции мы проводим и оцениваем 5 модулей. В рамках этих модулей мы имеем возможность оценить подготовку учащихся педагогических колледжей абсолютно по всем предметным областям, которые являются базовыми для педагога дошкольного учреждения образования, таких как педагогика, психология, методика развития речи, методика формирования элементарных математических представлений, изобразительное искусство и художественный труд. Пераможцы финалу республиканского конкурса представить нашу Украину на международном турнире. Он пройдет в наступном году у Казани.